Приветствую вас, друзья, на борту научной станции. Мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и обычно субботам, для того, чтобы вы смогли встретиться с интересными гостями и задать им свои не менее интересные вопросы. Сегодня честь открывать эфир досталась мне, Георгию Соколову, но, как обычно, у нас есть два ведущих, и сейчас я хочу представить вам второго, и это, по странному стечению обстоятельств, Александр Соколов, редактор Антропогенез.ру. Привет, Александр. Да, здравствуйте, друзья. Здравствуй, Георгий. Хочу сообщить нашим зрителям тему нашего сегодняшнего эфира. Впрочем, они, наверное, уже прочитали анонс. Но, тем не менее, сегодня нас ждет эфир в формате постскриптум. А это значит, что сегодня один из докладчиков форума ученых будет отвечать на ваши вопросы. И сегодня у нас в гостях Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории СПБГУ. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Мы тоже очень рады. А я напомню, что Кирилл выступал на форуме «Ученые против мифов 15» с докладом «Что сказал бы Фрэнсис Дрейк, встретив Джека Воробья? Пираты в книгах, кино и в реальности». Доклад был, как следует из названия, про пиратов. Сегодня мы будем снова говорить о пиратах и отвечать на ваши вопросы про пиратов. Но перед этим традиционно несколько коротких объявлений, и начнет Георгий. Спасибо, Александр. Я призываю всех наших зрителей задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы просто в этом чате, вы можете использовать так называемый суперчат, а еще вы можете использовать специальную ссылку, которая есть в описании к видео, появится сейчас в чате. И задавая вопросы через суперчат или с помощью этой ссылки, вы, во-первых, поддерживаете наши эфиры, позволяете их вообще делать и делать их качественно. А во-вторых, вопросы, заданные подобным образом, мы прочитаем Кириллу Борисовичу в первую очередь. А вопросов всегда очень много, и не на все мы успеваем ответить. Кроме того, я призываю вас поддерживать наши проекты, а в данном случае это лаборатория научных видео, на Patreon. Зарегистрировавшись на Патреоне, вы будете поддерживать этот проект регулярно, ежемесячно, а кроме того, будете первыми видеть все материалы, которые выходят на наших каналах, раньше, чем все наши другие зрители. Я еще призываю вас задавать вопросы, потому что в конце каждого эфира мы просим нашего ведущего выбрать авторов двух лучших вопросов. И сейчас Александр скажет об этом еще пару слов. Да, Александр скажет, что мы каждый раз выбираем авторов лучших вопросов, они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И в частности, на прошлом эфире, где у нас в гостях был Дмитрий Пащенко, такими счастливчиками оказались, по мнению Дмитрия, Наталья Бачко, которая спрашивала, а что такое крокодил, который упоминается в русских летописях и якобы водился в реке Волхов? И Антон Валерьянов, который спрашивал, слышали что-нибудь про битву за остров Рамри? Вот Наталья и Антон, так сказать, напишите по тем контактам, которые сейчас должны появиться в чате, узнайте, как вам получить вашу заслуженную футболку. И всем нашим постоянным зрителям я рекомендую периодически заглядывать в специальный, ссылка на него есть в описании к этому стриму, где у нас список всех авторов лучших вопросов, всех наших эфиров. Вдруг вы там есть, а вы просто об этом не знаете. Внимательно посмотрите. Вот. Ну, в любом случае, готовы вопросы. И теперь мы закончили с объявлениями и переходим, собственно, к самому интересному, к вопросам. И я, пожалуй, зачитаю первый вопрос, да, если Александр не возражает. Вопрос из комментариев к видео выступления Кирилла Борисовича. И задает его зритель с ником, не знаю, как это прочитать, Чуча, наверное. И Чуча спрашивает, интересно было бы побольше узнать про морской костюм той эпохи. Почему именно был таким? Какой функционал выполнял? Ну, спасибо за этот вопрос. О этом можно очень долго рассказывать и картинки показывать, что было бы, конечно, идеально.
Ну, я постараюсь ответить коротко, но емко. Никакого специального морского костюма, в общем-то, не было. Вот тот костюм, с которым ассоциируется современный моряк, там бескозырка белая, в полоску воротник, тельняшка, брюки, клеш, это все было придумано в 60-е, 70-е годы 19 века, тогда, когда флот стремительно переставал быть парусным и становился паровым. Но у моряков возник очень большой страх, что поскольку они лишатся парусной специфики, то сухопутная армия подгребет их под себя. И во всех странах мира моряки начали всячески подчеркивать свое своеобразие. Ну и одним из этих вот ходов по подчеркиванию своего своеобразия была придуманная специфическая яркая морская форма. А до этого моряки носили обычный производственный костюм, который носило все простонародье, который носили паденщики, мелкие ремесленники, портовые рабочие в европейских городах. И этот костюм сложился в конце 17 века, потому что до этого, скажем, в 16-м, начале 17 века, это была версия обычного мужского костюма. Испанская мода – это довольно узкий облегающий калет, то есть куртка короткая, короткие штаны довольно широкие до колена, чулки и башмаки. Сам по себе этот костюм сложился как костюм, который надевали под доспехи рыцари. Именно этим объясняется то, что он был очень облегающим и достаточно сильно подчеркивающим фигуру, потому что никакая лишняя ткань под доспехами ну, была нецелесообразна. А вот в конце 17 века, когда доспехи окончательно ушли в прошлое, дворянство переоделось в совершенно другой костюм, длиннополые кафтаны, довольно широкие рукава, большие обшлага, эти громадные парики на голове. Понятно, что в таком костюме рабочему человеку было никак не справиться со своей работой, и поэтому простонародье сохранило костюм предыдущей эпохи, то есть короткая куртка с узкими рукавами, короткие штаны до колена. Смысл этих штанов был в том, что всегда можно было снять чулки, ну, если они вообще были, и войти в воду или в грязь и не замочить штаны. Чулки и башмаки на голове, либо шапка такого вполне себе восточноевропейского вида на меху, либо небольшая круглая шляпа, иногда даже вязаная, которую можно было натянуть на уши. Но это, в общем, прямой аналог шапки петушок, хорошо знакомый нашим людям 70-х, 80-х годов. Там погрубее немножко была ткань. И куртки могли одеваться в несколько слоев. Могло, судя по изображениям, могли носить до трех курток одна на другую и для тепла, ну и для демонстрации своей относительной состоятельности. Но примерно иногда дополнял этот костюм широкий кушак, которым обматывали 2-3 раза поясницу и завязывали его таким узлом. Ну, собственно, и все, и никакого другого моряцкого костюма не было. Понятно, что как только пират становился, ну, если мы говорим о пиратах, пират становился каким-то важным человеком, или пиратским капитаном, скажем, он старался обзавестись длиннополым кафтаном уже в начале 18 века, а может быть, даже и париком. Но основная масса этой братьи носила различные версии этого народного костюма. И, кстати, позднее этот костюм к концу 18 века претерпел некоторые изменения. Куртка стала совсем короткой, едва до пояса, а штаны удлинились и стали достигать щиколоток. И вот именно этот костюм и стал костюмом революционных французов во время Великой Французской революции. А тот самый фригийский колпак, который изображали и на печатях времен Великой Французской революции и на гербе революционной Франции, и который вообще широко был представлен в разных видах, представлял собой вязаную шапку, которую носили вот те самые простые рабочие французские горожане, и моряки в том числе. Так что костюм был функционален в том смысле, что он позволял достаточно свободно двигаться, в нем не было лишних, скажем, длинных фалт, каких-то
полос ткани, которые могла попасть и где-то застрять, и которые можно было испачкать. Но чего-то такого специфически моряцкого в нем не было, потому что самое главное, что никакой непромокаемой одежды не существовало, и моряк всегда вынужден был быть мокрым, если погода была, ну, чуть хуже, чем идеальная. С этим мирились, конечно, болели, умирали от этого, но кто оставался жив, тот все это мог вынести. Естественно, что никаких париков на кораблях матросы не носили и волосы не пудрили, в отличие от солдат сухопутной армии, где пудренная прическа стала обязательной уже в конце 20-х, начале 30-х годов 18 века и продержалась до конца 18 века на кораблях. Никто никогда ничего не пудрил. Но если носили относительно длинные волосы, их заплетали в косичку, чтобы они не мешали. Хотя есть легенда, что матросский воротник, вот этот наш привычный синий с белыми полосками, появился для защиты одежды от засаливания косичкой. Это полный анахронизм, потому что косичка исчезла в начале 19 века, а воротник появился 50 лет спустя. И к косичке он никакого отношения не имеет. Так, вот. Спасибо. 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 Следующий вопрос задает Михаил Сычев. Вопрос звучит так. Рассказываю своим ученикам, что пираты Карибского моря не только в кино, но и в реальном 17 веке говорили по-английски. Потому что в Англии из-за огораживания оказывалось гораздо больше лишних людей, искателей счастья, чем в других странах. Так вот, вопрос. Это правда, или я создаю, а может быть, поддерживаю очередной миф? Это правда. Действительно, секрет успеха британской колонизации, ведь, ну, можно шире посмотреть на вещи. Сейчас огромное количество стран говорит на английском в разных частях света. Их гораздо больше, чем стран, говорящих, например, по-французски. Ну, разве что вот испанский язык был настолько же успешен в своем распространении. А ни голландцам, ни французам не удалось конкурировать в этой части с англичанами, потому что я тоже придерживаюсь такой точки зрения. Развитие капитализма в Англии в 16-17 веке выгнало на улицу огромное количество людей, которые были абсолютно не нужны в Англии, которые могли умирать от голода где угодно, и которые вынуждены были ехать за море в поисках лучшей доли. И они были и колонистами в будущих Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и многие из них оказались в Индии, и в Африке, и, в общем, где угодно. И действительно, в 17-м, начале 18 века английские пираты оказались наиболее активными в Карибском море. Французы откровенно находились на втором месте, и вообще такой провал французского колонизационного проекта связан с тем, что Франция позднее вступила на путь капитализма, и французы в 18 веке пытались старыми феодальными способами, ну, скажем, основывать колонии. Они, например, выделяли огромное пространство земли в Канаде знатным придворным господам, которые должны были создавать там нечто вроде феодальных поместий. Ну и эта история оказалась неэффективной, ну, прежде всего, конечно, потому что во Франции было меньше лишних людей. Вот так выбрасывать на улицу крестьян, как в Англии, во Франции к тому времени еще не научились. И действительно, если так посмотреть, то англичане доминируют. Хотя французы были представлены все-таки в пиратском сообществе 17 века, но к 18 веку они практически сошли на нет. А испанцы, которые, ну, как бы сказать, первыми захватили острова Карибского моря, они вообще попали в положение обороняющихся. И испанское пиратство в Карибском море – это, ну, как бы сказать, отсутствовавшее явление. Хотя, в принципе, испанские корсары на службе у короля, конечно, действовали и нападали на английские, французские и голландские суда, но они действовали в рамках боевых действий, в рамках
взаимодействия с регулярным флотом и самодеятельностью, в отличие от англичан и французов, не занимались. Спасибо. Благодарю. Вопрос задает Павел К. Пиратов часто изображают с попугаем на плече. А как на самом деле складывались отношения морских разбойников с братьями нашими меньшими? У меня складывается впечатление, что попугай на плече – это скорее результат развития образа английского моряка в целом. В Англии, естественно, должен был сложиться какой-то образ моряка, и он сложился уже в 18 веке, причем это был совсем не тот образ моряка, который потом возникнет в конце 19-го, начале 20 века. То есть, скажем, в конце 19-го, начале 20 века морской офицер, как правило, предполагалось, что он человек достаточно образованный, воспитанный и превосходит сухопутного офицера с точки зрения интеллектуальной. В 18 веке все было ровно наоборот. И морские офицеры были для английского общества символом дикости, варварства и необузданности. Достаточно почитать роман Тобиаса Смоллета «Учение Перегрина Пикля». Там есть прекрасный образ отставного командора Трайона, при котором состоит отставной лейтенант и отставной боцман. И эта троица творит бесконечные непотребства, разговаривает совершенно ужасным языком и всячески безобразничает. Но в английском языке сложилось даже устойчивое выражение. Я не рискну приводить его по-английски, но в переводе оно звучит так. «Сундук и клетка» – это выражение, которое означало «пожитки моряка». Но под клеткой имелась в виду клетка для попугая, потому что матросы действительно часто привозили экзотических птиц, иногда и обезьянок в Англию. Но с одной стороны, это просто скрашивало их жизнь, а с другой стороны, экзотическую птицу или обезьянку можно было продать в Англии и поправить свое материальное положение. Поэтому то, что у моряк из-за моря попугая, стало стандартным таким ходом. И, видимо, отсюда произошел перенос этого представления на пиратов, которые, конечно, были моряками, и, конечно, попугай органично вписывался в их образ. Хотя я должен сказать, что я не знаю ни одного более-менее достоверного свидетельства о пребывании попугая на пиратском корабле, но, с другой стороны, я не знаю ни одного достоверного свидетельства о пребывании попугая на корабле вообще, то есть, скажем, понятно, что это была такая мелочь, о которой, ну, мемуаристы, скажем, не писали. И даже существует довольно бедная художественная литература по количеству наименований, посвященная морякам 18 века, в основном английская. Там тоже я не встречал упоминаний о попугаях. Вот. Но это не значит, что их не было. Там, знаете, не встречается упоминаний о многих сторонах морской жизни, которые точно имели место. Но в 19 веке попугаи, да, стали популярными спутниками моряков. Спасибо. Вопрос задает Евгения Кузнецова. Причем тут использование дельфинов людьми, как и животных, в гнусных целях? И умозаключение выступающего, что дельфины – пираты, и не надо их жалеть. Ну, я должен извиниться, видимо, моя шутка оказалась не совсем понятной, или, может быть, задающий вопрос не сначала меня слушал. Мой доклад начался со слайда, где была изображена греческая, был изображен греческий сосуд для вина, на котором была сцена одного из мифов о боге Дионисе. Диониса в образе прекрасного юноши захватили пираты и повезли продавать в рабство. Ну, а Дионис, естественно, будучи богом, превратил пиратов в дельфинов, и они попрыгали за борт. И греки верили, что дельфины – это превратившиеся в морских существ пираты. Поэтому они обречены вечно странствовать в море вот, мстительным Дионисом. Ну, а дальше я продолжил эту мысль, что использование дельфинов в военных целях соответствует их пиратскому происхождению. Но, конечно, это просто древнегреческий миф. И ни один дельфин не пострадал в процессе подготовки этого доклада.
Спасибо. Надеюсь, наша зрительница, так сказать, удовлетворена этим. Вопрос от Нетрикс. Известно, что при штурме Панамы адмирал Морган командовал флотом из 36 кораблей. Насколько типичны сколько-нибудь крупные объединения для пиратов? И кто брал Панаму, пираты или англичане? Видите, конечно, Морган командовал флотом из 36 кораблей, просто другое дело, что это были кораблики, а не корабли, если называть вещи своими именами. Самым крупным кораблем Моргана был фрегат, предоставленный английским правительством. И то это был 30-пушечный фрегат, то есть довольно маленький корабль для класса фрегатов. Все остальные суда Моргана не были кораблями. Я напомню, что в 18 веке, вообще в парусную эпоху, кораблем называется не все, что плавает по морю. Корабль – это судно с тремя мачтами и прямым парусным вооружением. Если у нас две мачты, значит, уже не корабль. Вот остальные корабли Моргана кораблями точно не были. Это были двух- или одномачтовые суда, очень небольшие, с экипажем в несколько десятков человек, самое большее, и несколькими маленькими пушечками. Поэтому в Европе появление такой флотилии, ну, около какой-нибудь крепости вызвало бы смех гарнизона, потому что такой эскадрой ничего взять было нельзя. Но в Америке была другая ситуация. В Америке были принципиально более меньшими испанские вооруженные силы, чем в Европе, и фортификация. В Америке испанская была гораздо, ну не только испанская, вся фортификация была слабее гораздо, чем в Европе. Я бы сказал, несравнимо слабее, чем в Европе. Поэтому с таким отрядом Морган мог делать большие дела. И под командой Моргана во время набега на Панаму была сборная солянка. Большинство было, конечно, англичанами по происхождению, но были и французы. Так что Панаму брали все-таки пираты. Другое дело, что Морган выступал в качестве корсара в данном случае, если юридически быть точным. Потому что он имел каперский патент. Каперы и корсары вообще это синонимы. Там еще есть вопрос об этом. Между ними нет принципиальной разницы. Просто в разных языках, в разных местах Европы их называли либо корсарами, либо каперами. И он имел патент, хотя и просроченный. И более того, губернатор Ямайки и сам Морган знали, что уже заключен мир с Испанией, но сделали вид, что они этого не знают. Поэтому официально это было действие английских вооруженных сил, ну, несмотря на то, что это были пираты. И эта такая юридическая катавасия была вполне себе нормальным явлением для 17 века. Спасибо. Вопрос от зрителя под ником Эрлинг, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Эрлинг. И говорит: добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что для пиратов было ценнее, захваченный груз или призовое судно? Продавали ли пираты захваченные ими суда? Было ли это прибыльно, и кто был их покупателем? Вопрос тут сложный достаточно, потому что, ну, у нас просто нет статистики. Вообще, если бы была статистика, все было бы гораздо проще. У нас есть какие-то отдельные упоминания чего-то. И мы всегда вынуждены задумываться, с чем мы имеем дело. То ли это просто подборка каких-то ярких случаев, которая может быть нерепрезентативной, то ли это действительно какая-то более-менее репрезентативная выборка из пиратских преступлений. Вообще не всякое захваченное судно годилось пиратам, потому что торговые суда были достаточно большими и тихоходными, не ставилась перед ними задача участвовать в гонках, поэтому большое тихоходное судно пиратам явно не подходило. И с другой стороны, продать его было тоже довольно сложно. То есть, если пираты действовали под официальным прикрытием, то есть они были корсарами или каперами, они, конечно, могли продать это судно, но, впрочем, не очень дорого, потому что понятно, что главными пиратами всегда были торговцы и спекулянты. Вот они все сдирали со всех шкуру, включая и тех пиратов, которые грабили какие-то суда. Естественно, что в условиях колонии хорошо продать судно было сложно.
Осады действовали обычно на небольших судах, потому что просто больному было трудно управлять, пиратские экипажи были невелики. Ну и кроме того, им нужны были быстроходные суда, и кроме того, суда, которые можно было бы, ну, скажем, спрятать в какой-то небольшой бухте, суда, которые можно было бы кринговать своими силами. То есть вытащить на отмель и поворачивать сбоку на бок, очищать днище от наросших ракушек и водорослей и его осмаливать. С большим судном тоже это сделать было нельзя, его нужно было вводить в сухой док, а таких сооружений в колониях вообще практически не было. Так что, конечно, пираты иногда продавали суда, а иногда они просто отпускали захваченное судно, сняв с него все ценное, потому что это было проще, чем потом возиться с этим судном. Опять же, нужно было выделить призовую команду для управления этим судном. То есть зачастую само судно было скорее чемоданом без ручки для пиратов, нежели чем желанным призом. Если, конечно, судно подходило под пиратские стандарты и было лучше, чем то, на котором плавала соответствующая шайка, то его, конечно, с удовольствием брали себе, но при этом обычно топили или продавали старое судно. Спасибо. И вопрос задает Идалтич. Когда-то услышал, что в британском флоте матросов набирали на берегу бесплатно, а они в порту зарабатывали сами. От вас в лекции услышал, что наоборот, зарплата у них была хорошая. Как быть с этим? Ну, вероятно, вот Идалтыч имеет в виду так называемый пресс. Дело в том, что во время любой большой войны в Англии происходил принудительный набор на военный флот. Это была процедура, введенная в юридические рамки, хотя выглядевшая довольно дико с точки зрения не только современных норм, но даже с точки зрения нравов европейского континента. Смысл был в том, что любой моряк, обнаруженный в Англии на определенном расстоянии от берега моря, ну, в смысле, не дальше определенного расстояния от берега, в военное время мог быть насильно направлен на королевский флот. Причем моряк очень легко узнавался, у моряков были черные дони, пропитанные смолой и намазоленные. То есть ни одна другая профессия не давала таких ладоней, поэтому даже если у моряка не было документов, а их не было, как правило, моряк легко узнавался. Кроме того, под пресс попадала масса населения, не являвшегося моряками, потому что профессиональных моряков не хватало. И, например, английские судьи получили в 1705 году официальное право отправлять на флот всех лиц, не имевших постоянного места жительства и ясно видимых источников дохода, как было сказано в законе, но что открыло почву для бесконечного произвола. И есть такая пьеса сатирическая драматурга Фаркера «Офицер-вербовщик», написанная как раз в 1705 году. Там одна из сцен, судья приговаривает к отправке на флот двух шахтеров, которые добывают уголь, на том основании, что их источники существования находятся под землей, и их невозможно ясно видеть из зала суда. Но, с другой стороны, морякам, насильно забранным на флот, платили жалование, которое в английском флоте было самым военным, было самым высоким в Европе, потому что оно было привязано к жалованию торговых английских моряков, а торговые английские моряки имели высокое жалование. Но тут опять же были свои нюансы, потому что, как правило, письменных контрактов моряк, нанимавшийся на торговое судно, не заключал. И это открывало путь для произвола. Скажем, вы вербуетесь на торговое судно на рейс в Индию и обратно. Вы в течение года плывете полгода туда, полгода обратно примерно, подходите к родным берегам Англии, входите в устье Темзы, и тут капитан с несколькими приближенными бьют вам физиономию и выбрасывают за борт. И вместо жалования за год получаете фигу с маслом. А при попытке обратиться в суд вы ничего не можете сделать, потому что у вас нет письменного контракта. Но даже если бы он у вас был, то за время плавание по Темзе, он скорее погиб бы.
А военный флот отличался тем, что он всегда платил свои долги, и на военном флоте каждый моряк мог рассчитывать, если он останется жив, на получение полного жалования. Но что в какой-то степени примеряло насильственно завербованных со своей участью. И не надо все-таки думать, что английский флот был плавучим концлагерем. В прямом смысле слова нет, там были свои, так сказать, светлые стороны. И матросы находили определенный модус вивенди, но вот сам момент этого набора, конечно, выглядел абсолютно жутко и безобразно. Спасибо. Вопрос от Александра М. Мог ли быть некий пиратский интернационал с общими правилами и договоренностями, как в «Пиратах 3»? Могли ли вообще различные пиратские группировки договариваться и действовать сообща? Ну, несомненно, определенные общие правила были. Но я напомню, все люди, которые пережили 90-е годы в России, понимают, что существовали понятия. И при этом были банды, которые действовали не по понятиям. Они находились, как бы сказать, вне этой этики бандитской, но тем не менее большинство организованных преступных сообществ придерживалось определенных правил, которые не были, конечно, где-то прописаны, но которые сама жизнь заставила соблюдать. При этом такое же положение было и у пиратов. То есть были, конечно, отморозки, которые не придерживались никаких правил, но основная масса определенных правил придерживалась по нескольким элементарным причинам. Прежде всего, пиратам нужна была база. Пираты без базы сразу же попадали в крайне тяжелое положение. Базой могла служить только более-менее населенная колония, в которой была инфраструктура. И в которой были купцы, которым можно было продавать захваченные товары. Это сразу же накладывало на то ограничение, что они не могли кусать руку, которая их кормила. То есть они не могли нападать на той страны, во владениях которой они базировались. Отсюда вот эта любовь к набегам на испанцев, потому что у испанцев пираты не базировались, у испанцев порядок был довольно строгий. А Англия и Франция находились очень часто в состоянии войны с Испанией, поэтому базироваться на английские или французские колонии было очень удобно. Кроме того, местные губернаторы все прекрасно понимали, они имели долю от пиратских набегов, и любой пират, конечно, имел определенные связи в местной администрации, поэтому зачастую губернаторы могли закрывать глаза на некоторые художества, но если бы пираты начали нападать, какая-то пиратская шайка начала нападать на всех без разбора, то довольно быстро ее деятельность бы закончилась. И сами другие пираты, так сказать, были аффилированы с какими-то государственными структурами, покончили бы с этой компанией. А при этом еще, если спускаться на уровень ниже, да, извините, еще одно соображение, спускаясь на уровень ниже, внутри самого пиратского коллектива, конечно, должны были действовать определенные нормы, потому что иначе это все превращалось бы в... ну, полнейший хаос, и какой-нибудь капитан, который бы нарушал сильно нормы, принятые, поддержал бы свою команду, он бы просто был зарезан во сне, я думаю, и на этом бы все кончилось. То есть даже если бы он был очень сильный, очень страшный, храбрый, то когда-то ему нужно было бы спать, ну и кто-нибудь его бы в этот момент и убил. Поэтому внутри пиратского коллектива тоже придерживались определенных норм и правил поведения. Хотя, конечно, это, ну, не были законы, это не было чем-то абсолютно жестким, могли быть исключения, но в целом правила соблюдались. Спасибо. Вопрос от зрителя Ихний. Правда ли, что некоторые пираты, чья деятельность подрывала торговлю некоторых стран, поступали на службу в английский флот? Но я уже сказал о том, что пираты очень часто получали корсарские или каперские патенты. То есть, с точки зрения юридической, они поступали на службу на флот. Но при этом в Англии, например, они не производились в чины офицеров флота. Во
Могла быть ситуация, когда успешные корсары получали офицерские чины. Ну, самый яркий пример – это Жан Барт, который начинал как корсар, а потом стал контр-адмиралом французского флота. И получил потомственное дворянство и орден Святого Людовика, и был принят при дворе, хотя он там чудил при дворе тоже, но ему Людовик XIV простил его чудачество. А во всяком случае, он вошел в приличное общество. Можно вспомнить там, того же Фрэнсиса Дрейка, который был пожалован в рыцари за свое кругосветное путешествие, связанное еще и с нападением на испанские колонии. По-настоящему вольных, не привязанных к государству пиратов было не так много. И они в основном появились после окончания войны за испанское наследство в 1713 году, когда в Европе наступил период относительно мирный примерно на 15 лет. И в этот, война за испанское наследство была очень масштабной и вовлекла массу народа в себя. И многие не смогли остановиться и продолжали пиратствовать после окончания войны, но их довольно быстро перебили. Это последнее поколение пиратов, там «Черная борода», там, например, и ряд других. Это были вот такие дети войны за испанское наследство, которые не нашли себя в мирной жизни. Но их вольная жизнь продолжалась, ну, по нескольку лет и в основном закончилась на виселице. Спасибо. Вопрос задает Александр М. Большое спасибо за ваши лекции про историю флота. Не услышал в ваших выступлениях про лоцманов и рулевых. Насколько квалифицированным и высокооплачиваемым был их труд? Какова разница в военных, торговых и пиратах? Спасибо. Прекрасный вопрос. Спасибо за него. Во-первых, про рулевых. Матросы в парусную эпоху делились на несколько категорий. Во-первых, были, ну, не существовало матросских специальностей в современном понимании этого слова. Все эти там кочегары, машинисты, рулевые, сигнальщики, электрики там, и тому подобное, это уже, конечно, паровой флот, конец 19-го, начало 20 века. В парусном флоте матрос был просто матросом. Это был универсальный специалист. И в военных флотах они делились на две или три статьи или категории в соответствии с их навыками. Ну, в английском флоте низшая категория – это landman, то есть сухопутный человек, это новобранец. Дальше шел ordinary seaman, то есть простой матрос. Высшая категория – это able seaman, то есть квалифицированный матрос. Квалифицированный матрос должен был уметь грести, ставить паруса, разбираться в парусной оснастке судна, ремонтировать такелаж, то есть владеть всеми узлами и всеми способами соединения канатов, ну и вообще плести из веревок все что угодно. Матрос должен был, каждый вот этот able seaman, годный матрос, знать компас и, в принципе, должен был уметь стоять на руле. Но дальше начинались подразделения, потому что в военном флоте экипаж был очень большой, и не было необходимости, скажем, посылать наверх, на рангоут, всех годных матросов. Поэтому выделяется категория марсовых. Это было примерно 10-15% экипажа на военном корабле. Молодые, ловкие, сильные, но при этом опытные матросы, которые составляли элиту экипажа и работали наверху. А еще меньшая категория, ну, меньше 1%, это рулевые. Это матросы, которых задействовали исключительно на руле, которые хорошо знали компас, которые умели чувствовать руль. А дело в том, что в случае движения определенным галсом по отношению к ветру, рулевые должны были сохранять постоянное усилие на руле. И если сопротивление руля менялось, то это означало, что меняется ветер. И рулевые должны были немедленно об этом докладывать вахтенному начальнику, потому что это, они чувствовали это первыми, до того, как изменение направления ветра начинали чувствовать люди, не держащие штурвал в руках. Поэтому рулевые были особо, так сказать, ценными людьми. Если говорить о торговом флоте, то все
опытные матросы работали как марсовые, потому что очень экипажи были принципиально меньше в торговом флоте. Но кроме рулевых и марсовых экипажей была еще одна привилегированная категория – это гребцы капитанской шлюпки. Это были очень сильные, как правило, красивые, как на подбор матросы. Многие капитаны за большие деньги нанимали себе особо видных молодцов. Их капитан одевал за свой счет в более или менее богатые одежды, и они должны были лихо возить капитана от корабля к кораблю или на берег. И они же служили личной гвардией капитана, его ближайшими телохранителями. И, конечно, он им доплачивал из своего кармана. Но они при этом могли быть не марсовыми и не рулевыми ни разу, а просто сильными и красивыми молодцами, которые умели грести хорошо. Что касается лоцманов, то это часть более широкой категории, которая называлась штурманами. Штурманы в военном флоте стояли на низкой ступени. Они в 18 веке не были даже офицерами. Офицерские чины штурмана начинают получать в разных флотах в конце 18 века только. И это были люди, которые хорошо умели считать и обращаться с приборами для определения широты и долготы. Больше они ничего не умели, но вот эти математические знания, довольно элементарные на самом деле, были настолько редкими в 18 веке, что штурманы были ценными специалистами. И, скажем, определение места корабля проводили не строевые офицеры, а штурманы. Хотя теоретически строевые офицеры тоже должны были это уметь, но они умели это, как правило, довольно плохо. При этом штурманы в гражданском флоте выступали, как правило, как командиры кораблей, ну, капитаны, лучше сказать, капитаны торговых судов. И именно из торгового флота, скажем, в Англии их и рекрутировали. А что касается лоцманов, то они были привязаны к конкретным портам или конкретным особо сложным участкам моря. И их брали на корабль, когда корабль или судно подходили к порту, они должны были вести корабль или судно, потому что карт было мало, они были довольно плохими, и постоянно суда ударялись о необозначенные рифы, садились на необозначенные мели, там происходило все что угодно. Принимали там огни маяка одного за огни маяка другого, что тоже плохо заканчивалось, и лоцманы получали свою мзду за проводку судов в порт и из порта. Вот. Но они, как правило, к военному флоту отношения не имели. Это была особая категория таких ремесленников береговых. И многие из них могли быть неграмотными и вообще, так сказать, не знать никаких карт, а просто помнить окрестности своего порта, знать их как свои пять пальцев, чувствовать ветер, и этого хватало для исполнения профессиональных обязанностей. Спасибо. Спасибо. Мы говорим спасибо также Бухтяру ПБ, который перешел на уровень лаборант и таким образом стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И, ну и заодно благодарим Ксению Деметрии Целест, которая поддерживает стрим и спрашивает, были ли случаи выхода пирата на пенсию и какое отношение к бывшим пиратам было у действующих? Знаете, я бы сказал, что на пенсию пираты могли выходить, но только на накопительную. Никакой социальной пенсии у пиратов не было. Если пират накапливал какую-то сумму, конечно, он мог осесть на берегу, просто жить там, копаться в огородике или купить трактирчик и стать хозяином трактира, как Сильвер. Но такая судьба ждала немногих. Накопить на безбедную относительно старость было сложно. Ну, просто элементарно у пиратов, как правило, деньги были настолько небольшими, что в банк они попасть не могли. И банки работали с крупными клиентами в это время. Никакие мелкие вклады банки не принимали. Поэтому просто возникал технический вопрос, а где хранить эти деньги на старость? Ну, хорошо, если у пирата была женщина, которая могла их хранить и которая не убегала с этими деньгами. Это, конечно, был счастливый пират.
А вот основная масса пропивала эти деньги и даже не рассчитывала на старость, потому что умирала где-то, ну, сразу же после того, как кончались силы заниматься матросским трудом. Спасибо. И, да. И вопрос от Максима Песцова. Мог ли один корабль захватить порт? Могли ли 15 человек захватить корабль, а бывший доктор, пусть и плававший когда-то, стать капитаном навигации и другим премудростям? Можно было научиться на ходу? Ну, тоже интересный вопрос. Вообще захваты маленьким отрядиком больших судов были, безусловно. И во время тех же наполеоновских войн, скажем, были десятки случаев, когда британские моряки, ну, потому что история британского флота времен наполеоновских войн хорошо известна, когда британские моряки, оказавшиеся на шлюпке после крушения их судна или в результате каких-то других происшествий, захватывали вражеское судно и приходили на нем в свой порт. Даже Адмиралтейство разработало специальную инструкцию о дележке призовых денег на этот случай, потому что могла быть ситуация, когда офицеров в этой шлюпке было больше, чем матросов. А принципиальной установкой было то, что офицер получает в десятки раз большую долю добычи, чем простой матрос. И обычные нормы раздела стоимости приза, разработанные для больших экипажей, не работали, ну, так, как хотелось в маленькой шлюпке. То есть захватить, конечно, могли. Что касается навыков навигации и кораблевождения, то в той же Великобритании или Голландии не существовало никаких учебных заведений, которые готовили бы офицеров военного флота, вплоть до 19 века. И в Англии морским офицерам становились очень просто. В 12-15 лет сын джентльмена, мы их и называли молодые джентльмены, попадал на корабль, причем, как правило, отец платил капитану известную сумму за то, что его сына будут кормить и учить. Несколько лет на этом корабле плавал, его учил там, кто-то из офицеров учил навигации, кто-то, ну, штурман, скажем, кто-то учил управлять парусами. Но мальчик просто выполнял обязанности матроса и учился руками что-то делать. Ну, а потом он сдавал экзамен на мичмана, плавал мичманом 3 года, потом сдавал экзамен на лейтенанта и становился полноценным британским морским офицером. Скажем, в России, во Франции, в Испании были учебные заведения, которые готовили морских офицеров, но все равно практика для парусного моряка – это главное. Практика, а не теория. Поэтому, в принципе, нет ничего удивительного, что любознательный доктор мог научиться навигации и присмотреться к управлению парусами за время своих плаваний на военном корабле и потом выполнять обязанности капитана. Здесь я не вижу чего-то удивительного. Другое дело, что мог быть не любознательный доктор, который ничем не интересовался, но это уже другая история. Спасибо. Вопрос, на самом деле не вопрос, просто комментарий от Сержа Любомудрого, нашего постоянного зрителя. Увы, придется смотреть позже. Спасибо Кириллу Борисовичу и всей пиратской команде. Вам, Серж, спасибо за поддержку. Вот. А теперь вопрос от Виталика Аниго. Недавно начал смотреть сериал «Черные паруса». Создается впечатление, что капитан ничего не решает и непонятно, для чего он нужен. Как обстояли дела с субординацией и дисциплиной на пиратском корабле? Расскажите про квартирмейстеров. Пиратские... Вообще, «Черные паруса» я тоже смотрел первые серии. И, кстати, сериал мне в целом понравился. Вот в нем, во всяком случае, одежда персонажей и предметы быта из 18 века. Ну, пускай, может быть, не совсем из начала 18 века, но каких-то таких страшных анахронизмов я там не нашел. Хотя, ну, понятно, что сериал тут, знаете, у любого историка, к любой кинопродукции всегда есть бесконечный список претензий. Что касается роли капитана, то она очень сильно зависела от личного авторитета капитана. И здесь было как у казаков. Атаман в бою – это командир, который может пристрелить или заколоть любого пирата или казака, если он трусит там, или не выполняет приказания. А когда
из похода вернулись или из боя вышли, вот тут можно собрать казачий круг или пиратскую сходку, капитана потребовать к ответу, переизбрать там, и так далее. Но, как правило, пираты шли к определенному капитану. То есть сам факт появления того или иного пирата на судне означал, что он согласен плавать вот с этим капитаном, он признает его своим лидером. И поэтому, наверное, там действительно перегнули в черных парусах вот с этой пиратской вольницей, когда прямо во время боя там начинается выяснение отношений. Этого бы никто не понял. И подобная пиратская ватага очень быстро пришла бы к своему концу. Но в отличие от кораблей регулярных флотов, отношения с капитаном на пиратском корабле были другими, они были более близкими, они были более уважительными со стороны капитана. Потому что в регулярном флоте зияла пропасть между матросом, который был из простых, и офицером, который был из дворян. И это были люди, ну, просто с разных планет просто, которые с точки зрения устройства тогдашнего общества даже сидеть рядом не могли. Не то, что, знаете, там, иметь какие-то человеческие отношения между собой. Что касается квартирмейстеров, вот откуда-то взялся миф, я не знаю, откуда он взялся, что квартирмейстер был начальником пиратской абордажной команды. Вообще термин «квартирмейстер» появляется в 17 веке, ну, он появляется в 16 веке на суше, и он означает человека, который отвечает за расквартирование роты солдат. То есть он ищет место лагеря, или он разводит солдат по квартирам в городе или в деревне, где они останавливаются. На флоте квартирмейстер отвечал за участок палубы, за участок жилой палубы, где подвешивали койки его подчиненные. Он командовал группой из 20-30 матросов, ну, которые ближе всего современное понятие отделения. Хотя тут мне уже делали замечание, что отделение в современной армии 10 человек. Я это знаю, там, а то и бывает и меньше. Но в 18 веке вообще на такие мелкие подразделения не дробили ни сухопутную армию, ни корабельный экипаж. И минимальным подразделением, что на суше, что на море, было где-то вот 20-30 человек. Квартирмейстер был обязан в военном флоте следить еще за опрятностью одежды своих подчиненных, за тем, чтобы они ели аккуратно в положенном месте, не выбрасывали еду там и не пачкали, чтобы они отправляли естественные надобности в гальюне, а не где попало. Ну и квартирмейстер отвечал за одну из шлюпок иногда. И поэтому квартирмейстером называли также рулевого на шлюпке. То есть любой рулевой на шлюпке мог быть назван квартирмейстером при обращении к нему. А в пиратском экипаже, поскольку он был маленький, квартирмейстер был зачастую один. И он отвечал за различные хозяйственно-бытовые вопросы. Опять же, вот образ Сильвера очень точно выбран Стивенсоном, потому что Сильвер же не рубака. Сильвер не какой-то там страшно сильный, огромный дядька, который одним ударом может разрубить корабль от верхней палубы до киля. Нет, он очень любезный, очень вежливый, но он при этом манипулирует, и он при этом, естественно, управляет людьми. Ну, он может и зарезать, конечно. Но это не главное, не главный инструмент. Он людей привлекает к себе, он кого-то с кем-то стравливает, он играет на их чувствах. Он опытный манипулятор. И что, если говорить о пиратском квартирмейстере, то одна из его функций – это раздел добычи. То есть он должен был быть достаточно грамотным, чтобы считать большие цифры, там, 3-4-значными цифрами владеть, уметь хотя бы 4 действия арифметики производить. Что умел далеко не каждый. Поэтому и Сильвер именно таков. Так что спасибо Стивенсону, это прекрасный образ именно пиратского квартирмейстера. А если говорить о абордаже, то, конечно, на абордаж пирата вел капитан. Капитан был лидером, капитан был атаманом, и никто другой не мог вести пиратов на абордаж, кроме как личный капитан. Никакого начальника абордажной команды в узком смысле слова на пиратском корабле просто было не нужно. Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Sacred Beaver.
Что насчет сегодняшнего дня? Правда, что бриты замутили кипиш в Сомали, и после пиратства страховка выросла? Ну, я не берусь судить о деталях конфликта в Сомали. На мой взгляд, он вытекает из внутренних причин этой африканской страны. Это вообще одна из самых сложных африканских стран. Она же склеена еще из двух частей. Из бывшей британской и бывшей итальянской колонии. И это одна из самых отсталых стран Африки. Так что там и без бритов хватает всевозможных проблем. Но, с другой стороны, знаете, тут ведь как посмотреть. С одной стороны, страховщикам, наверное, выгоден рост страховых тарифов. А с другой стороны, фирмам, которые перевозят товары, которые тоже, в общем, британские, наверное, это не очень выгодно. Поэтому я думаю, что современное пиратство – это как организованная преступность. Она кому-то выгодна, конкретно каким-то структурам и людям, а кому-то она невыгодна. И кто-то с ней, кому-то она мешает. Наверное, как-то так. Спасибо большое. Спасибо. Мы сейчас, наверное, сделаем маленькую-маленькую паузу для объявлений, потому что мы почти час уже в эфире, чтобы затем продолжить. Я попрошу начать объявление Георгия. Я вашу просьбу удовлетворю, Александр. Я призываю зрителей задавать вопросы. И если вы, задавая вопрос, используете суперчат или специальную ссылку, это значит, что вы поддерживаете наш стрим. И это значит, что ваш вопрос будет задан в первую очередь. Вы также можете поддержать лабораторию научных видео на Патреоне. У лаборатории научных видео там есть специальная страничка, и все подписчики Патреона видят все наши видео в первую очередь. Но вы можете также просто поставить лайк этому стриму. Можете, я не понимаю, почему этого не сделали, подписаться на канал Лаборатория научных видео. И тогда вы первыми также будете узнавать о всех стримах и видео, которые будут выходить на этом канале. Вам будут приходить уведомления. Конечно, вы эти уведомления включите с помощью специального колокольчика. Авторы лучших вопросов, а их определит Кирилл Борисович после сегодняшнего стрима, призы, замечательные футболки. А теперь я попрошу Александра рассказать о том, какие стримы и видео ждут нас в ближайшее время. На самом деле уже завтра нас ждет публикация очередного выступление с форума «Ученые против мифов 15». Это уже 11-й доклад, который назывался «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках». Выступал Вадим Сеничев, историк, переводчик, реконструктор, организатор турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия и так далее. И вот помимо его, собственно, рассказа на сцене, его коллеги показывали с мечами, со шпагами всякие приемчики. Это выглядело довольно эффектно, громко звенело. Я рядом стоял, слушал. Вот, поэтому стоит посмотреть. А вредным оппонентом, кстати, выступал Михаил Родин, автор и ведущий проектов «Родина слонов. История конфликтов и прошлое», который только что стал лауреатом конкурса «Хрустальный пингвинопитек», конкурса научно-популярных видео. Это будет завтра, 19:00 на канале «Антропогенез». Не пропустите. А вот следующий стрим именно у нас выйдет не в субботу, а в пятницу, послезавтра, 1 октября, 19:00. И будет он из Великого Новгорода, где мы прямо будем делать живую экскурсию вместе с Павлом Колосницыным, ходить по Кремлю и еще там Георгий подскажет, почему, по музею, да? Да. В общем, смотрите, да, в пятницу. На самом деле, в пятницу, я думаю, что в 19:00 музей будет уже закрыт, так что, скорее всего, это будет прогулка по территории раньше Кремля. Именно, да. А, угу. Я просто видел, что у нас стрим запланирован на 19:00, а в музее мы сможем снимать только до 18:00. Ну, может, мы раньше стрим начнем? Ну, посмотрим. Коллеги, следите за новостями. Главное, чтобы не подвела связь. А так, я думаю, что картинка должна быть хорошая, потому что туда едет Виталик с Маришей, едут туда
с техникой и с Ксюшей, наверное, все вместе. Вот, это будет в пятницу. А из анонсов еще можно только сказать, что нас ждет форум «Ученые против мифов 16», который уже точно будет, Гоша, какого числа? 13-14 ноября будет форум «Ученые против мифов 16». 13-14 ноября. Угу. Да, и будет он проходить на сцене МИСИС в Москве, но, скорее всего, основная часть зрителей будет смотреть онлайн, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, которая все еще у нас есть, мы, наверное, вряд ли будем пускать много зрителей в зал, увы. Да, но все равно это будет интересно. Скоро будет программа готова, и, уверяю вас, это будет крутой форум. Может быть, круче всех предыдущих. Ну что ж, а мы сейчас продолжаем. Возвращаемся к нашим вопросам. И вопрос от нашего зрителя Идалтыча. Реальны ли так любимые кинематографом пиратские клады? Спрашивает он. Сразу скажу, что, к сожалению, нет. Пиратские клады – это литературная история. Потому что, ну, просто пираты, ну, было, знаете, ну, может быть, 2-3 случая, когда пираты захватывали действительно феерическое количество сокровищ, и доля рядового моряка составляла несколько тысяч фунтов стерлингов. Это безумные деньги для 18 века. Но все равно зарыть, ну, скажем, кто мог зарыть сокровище? Допустим, пират зарывал там собственную долю где-то добычи. Но это, ну, даже 2-3 тысячи фунтов даже в серебряной монете уложились бы в сундук, ну, относительно средних размеров. Если это было золото и драгоценные камни, то это была вообще не очень большая шкатулка. Каких-то коллективных общаков, насколько известно, пираты не оставляли. Капитан получал в два, самое большее, в три раза больше, чем рядовой пират. Поэтому он тоже не мог оставить какие-то бешеные сокровища. И юридически известно, ну, юридически подтверждено только то, что капитан Кидд дал показания о том, что он зарыл сокровище. И его повезли на следственный эксперимент. 2 года примерно он занял, потому что его возили из Англии в Карибский бассейн и обратно. И он выторговал таким образом себе 2 года жизни лишних, после чего его повесили. При этом сокровища капитана Кидда найдены не были. Он там показывал, где копать, но, в общем, все это ничем не закончилось. Поэтому нет никаких оснований считать, что зарывали какие-то клады. Но роман же нужно было о чем-то писать. И в 19 веке, конечно, эта история начала бурно развиваться. И вершиной всей этой литературной пирамиды стал роман «Остров сокровищ». Это, наверное, главный бриллиант в коллекции пиратской литературы мировой. Спасибо. И вопрос от Павла Гришаева. Есть ли разница между флибустьером и корсаром? Здесь мы становимся на сложную почву, потому что слов в любом языке гораздо больше, чем явлений. Языки, ну это любой филолог знает, что любой язык избыточен. В любом языке можно обойтись гораздо меньшим количеством слов, чем в нем есть. Поэтому явление пиратства называется большим количеством слов. Это и флибустьеры, буконьеры, там, корсары, каперы, пираты, ну и так далее, и так далее. Там можно приводить еще всякие термины. Но если брать бытование самого слова флибустьер, то это вторая половина 17 века. Это Карибское море, и это, ну, довольно узко бытовавший термин для обозначения вот этих людей. Но если говорить о специфике какой-то, каких-то терминов, то, может быть, в слове «буконьеры» есть специфика, потому что буконьеры изначально – это не пираты. Буконьеры – это люди, которые охотились на диких быков на Эспаньоле и заготавливали их мясо и торговали этим мясом, а потом из-за репрессий испанцев они присоединились к пиратам. Поэтому пиратов иногда называли буконьерами тоже. Но
термин флибустьера – это просто один из экзотических терминов для обозначения пиратов. Ну, вот конкретно Карибского моря и 17 века. То есть, скажем, китайских пиратов там 16 века называть или японских флибустьерами явно некорректно. Но в русском языке есть слово «пираты», которое покрывает все возможные ситуации, которым можно пользоваться. Пока мы не слышим тебя, Георгий. Прошу прощения. Значит, Кирилл Халезин задает вопрос. Доброго вам вечера. Какой самый большой куш пиратов, который был исторически подтвержден? Ну, я могу... Знаете, тут вот тоже вопрос какой. Понятно, что подтверждением более-менее... ну, которым можно было бы верить на 99%, были бы какие-то государственные документы. Но государственных документов нет и не может быть, потому что это преступная история. А есть, сейчас я вот, чтобы вам не наврать, я сразу обращусь к одному файлу, чтобы не ошибиться в деталях. Ну, скажем, в 1693 году Томас Тью захватил в Индийском океане корабль, принадлежавший династии Великих Моголов, и якобы добыча составила при этом 100 тысяч фунтов стерлингов, то есть около 400 тысяч пиастров. И каждый пират получил от 5 до 12 тысяч пиастров. В 1695 году Генри Эвери якобы захватил примерно такой же корабль. Но здесь нужно учитывать, что если это не сказки, то большая часть добычи составляли драгоценные камни, которые нужно было еще продать. А покупать у совершенно непонятного моряка, крайне подозрительного, ну что подозрительного, просто очевидного пирата. Какой-нибудь амстердамский ювелир, алмаз мог бы, конечно, купить, но явно купил бы его раз в 10, по цене раз в 10 дешевле нормальный. А моряк бы этот никуда еще и не пошел жаловаться, потому что, ну а куда бы он жаловался, собственно, понятно, что он пират. И этот камень бы у него отняли в полиции и еще бы надавали ему тумаков. Но если брать, скажем, другие примеры, пират Генри Дженнингс с Ямайки в 1715 году смог захватить примерно 87 тысяч фунтов стерлингов, ну или приблизительно 350 тысяч пиастров, в испанском лагере на берегу Флориды, в котором хранились деньги, поднятые с 11 испанских судов, которые затонули у берегов Флориды во время шторма. Но вот, пожалуй, эти три истории являются наибольшими, потому что когда Морган захватил Панаму, то рядовые участники похода получили всего по 25 пиастров. Не тысяч, а пиастров 25. То есть в 200 раз меньше, чем соратники Томаса Тью или Генри Эвери. Так что один из самых знаменитых, известных в народе пиратских походов Моргана на Панаму принес жалкие слезы его рядовым участникам, в смысле денег. Но мы не можем, конечно, подтвердить факт захвата Томасом Тью и Генри Эвери такой громадной добычи. И вполне возможно, что они захватили добычу большую, но, как всегда, про сокровища Востока рассказывают много баек. И вполне возможно, что она была раз в 10 меньше, чем про нее говорят. Спасибо. Вопрос задает зритель Sacred Beaver опять. Что вы сейчас знаете о жизни моряков? Интересуетесь новыми движениями, видимо. И вам большое уважение от моряков Балтики. Ну, знаете, я, конечно, про современных моряков знаю очень мало. Могу сказать только одно, что выходил тут как-то на парусной яхте в Финский залив. И яхту изнутри видел.
Но о жизни моряков 18 века я знаю, думаю, что довольно много, потому что занимался этими вещами. Есть целый ряд очень хороших исследований. Но вот самое лучшее – это книга английского исследователя Николаса Роджерса «Георгианский флот», ну или «Флот эпохи королей Георгов». Она не переведена на русский язык. Я вот пытался организовать ее перевод, и, возможно, когда-нибудь этот проект реализуется. Но она вот великолепна с точки зрения научного анализа быта моряков на основе сохранившихся документов. Развенчивает целый ряд мифов о жизни моряков. Но в целом мы ее знаем довольно хорошо. Мы знаем, как моряк питался, мы знаем, во что он одевался, мы знаем, в каких условиях он жил на корабле, мы знаем режим его рабочего времени. Кстати, режим рабочего времени был гораздо хуже, чем сейчас. Сейчас стоят две вахты в сутки по 4 часа каждая, то есть 8-часовой рабочий день. А моряк парусного флота стоял вахту 12 часов в сутки, и его рабочий день был в полтора раза больше. Спасибо. Спасибо. Сейчас нам зритель Sky16 тут поддержал наш стрим и написал на выкуп Виталия. Видимо, подразумевает, что с нами нет Виталия, то есть он где-то держит пираты, видимо, в плену. Вот, ну что ж, теперь свобода освобождения Виталия стала чуть-чуть ближе. Спасибо. И Стас Ще тоже пишет. Кириллу Борисовичу на ямайский ром переводит, тоже небольшой донат и пишет. Вопрос. Много ли опыта из действий пиратов было использовано немецкими рейдерами Первой и Второй мировых войн? Но, видите, тут трудно проводить такие параллели, потому что все сильно изменилось. И прежде всего, появление радио очень сильно ограничило возможности надводных рейдеров, потому что любой торговый пароход, который подвергался нападению, он мог успеть дать радиограмму о том, что на него нападает рейдер. И это сразу же сильно облегчало военным кораблям его поиски. В Первую мировую войну статистически ни один немецкий рейдер не продержался дольше года. В среднем, если считать, они держались около 6 месяцев, потому что рейдеры четко делились на две категории. Одни погибали в первые же недели рейдерства, а другие довольно долго находились в море, но тоже, как правило, погибали. Либо были потоплены, либо интернировались в нейтральных портах. Но буквально единицы немецких рейдеров смогли вернуться в Германию, потом снова выйти в море. Так что здесь я бы не стал приводить много параллелей. Плюс к тому, что еще современные 20-вековые корабли требовали пополнения топлива, тогда как парусные суда топлива не требовали. Их автономность была гораздо больше, чем у кораблей 20 века, ну, если только это не атомные корабли. Так что не думаю, что слишком много опыта пиратов немцы использовали, хотя, конечно, в пропагандистских целях Антанта постоянно клеймила немецких рейдеров Первой мировой войны пиратами, но в Первую мировую войну это было безосновательно. Вот во Вторую мировую войну, конечно, уже установки немецкого командования поменялись, и немецкие моряки начали гораздо, скажем так, свободнее нарушать законы и обычаи войны и во многом превратились в жестоких пиратов. Спасибо. Вопрос задает Алексей Кравцов. Можно ли считать набеги викингов пиратством? В чем разница? Видите, в принципе, набеги, можно не только набеги викингов вспомнить. Если копать вглубь веков, можно вспомнить набеги народов моря в 12-м, там, примерно веке до нашей эры, которые перевернули вверх дном весь древний Ближний Восток и которые зачерпнули целый ряд государств древнего Ближнего Востока. И, скажем, Египет очень тяжело пережил эти набеги народов моря. Ну, можно вспомнить, скажем, использование варварами, которые ворвались в Римскую империю в
IV-V веках нашей эры флота, когда те же вандалы переправились в Африку и захватили римские земли в Африке. То есть, в принципе, и до викингов морские набеги практиковались. Но разница, в общем, наверное, была в том, что и викинги, и народы моря, и те же вандалы были гораздо более массовым явлением, чем пираты. И они в гораздо большем количестве появлялись, чем любые пиратские там ватаги. Но с другой стороны, они действовали в довольно короткий промежуток времени по историческим меркам, тогда как пиратство – это неизбежный спутник морской торговли, и оно появилось тогда, когда появилась морская торговля, и исчезнет вместе с морской торговлей. Ну а если она в космос торговля перейдет, то, наверное, появятся и космические пираты. Так что тут викингов, ну, в какой-то степени можно считать пиратами, потому что они совершали грабительские набеги. Но в то же время викинги, поскольку были довольно многочисленными, охотно основывали свои государственные образования на новых берегах. И можно вспомнить и нормандское герцогство во Франции, и державу Кнута Великого, которая включала в себя Англию, и область датского права в районе Йорка в той же Англии в более ранний период, и нормандское сицилийское королевство 11-12 веков. То есть норманны викинги очень охотно, как сказать, свои поселения основывали, из пиратов превращались в феодальных сеньоров в той или иной местности. Спасибо. И вопрос от Коробкова Ивана, который поддерживает стрим и спрашивает, были ли пиратские команды одной расы и одной веры, или на корабле могли пиратствовать разные люди? Были ли среди пиратов аборигены Карибских островов? Ну, я бы сказал так, что в эпоху БЛМ это законный вопрос, но надо понимать, что до 20 века человечество жило в условиях достаточно жесткого патриархального общества, и те же самые белые англичане, они не собирались, как бы сказать, рука об руку идти с неграми или индейцами. И, насколько я понимаю, пиратские ватаги состояли, как правило, из соплеменников, в том смысле, что или из англичан, или из французов. Конечно, отдельные представители, белых европейцев могли быть, примыкать к иноязычным ватагам, но в целом это было не массовым явлением. А что касается негров или аборигенов Америки, индейцев, то об их участии в пиратских командах ничего не известно. Насколько я понимаю, даже бедный и простой английский человек 17 века считал себя настолько выше любого цветного, что просто не собирался стоять с ним на одной доске. И это полностью, лишало возможности вот каких-то смешанных в расовом отношении экипажей. Да. То есть, если мы в кино такое увидим, это, так сказать, веяние... Ну, в «Черных парусах» мы это уже видим. Там негры вовсю участвуют во всех этих делах. Ну, какие-то очень смуглые ребята, которые вряд ли негры, но какие-то там, арабского вида. Это все дань современным представлениям об устройстве общества, а мы должны судить об обществе исторически. И, знаете, мы будем последними дураками, если будем считать, что современные нравы, они существовали 1000 лет назад. Спасибо. И вопрос задает Константин Быков. Как у пиратов были дела с запчастями? Хранили ли на кораблях запасные реи и стеньги? В какой части корабля их можно разместить? На любом парусном судне был запасной рангоут, обязательно. Размещалось все это таким образом. Более-менее длинные предметы, реи и стеньги, лежали в центральной части судна на верхней палубе, то есть на шкафуте между фок-мачтой и грот-мачтой. И они довольно компактно укладывались в диаметральной плоскости корабля в несколько рядов, и сверху на них обычно ставилась шлюпка.
Ну, не совсем на них, там были кильблоки, конечно, под шлюпкой, но, в общем, они так компактно в центре находились. Запасные паруса и запасной такелаж находился внутри судна где-то в специальной, это называлось шхиперская каюта, где хранились эти вещи, по возможности сохраненные от сырости. Запасной якорь обязательно имелся, иногда и два запасных якоря. Их устанавливали вдоль грот-мачты, вертикально зарывая нижнюю часть балласт, а верхнюю часть привязывая к мачте. Но при этом шток с якорей был снят и хранился отдельно, и шток нужно было надевать на якорь перед его использованием. Причем расход материалов был очень большой. На деревянных судах постоянно ломался рангут, и если брать парусину, то комплект парусины и веревок приходил в негодность после 6 месяцев плавания приблизительно. И на военных флотах существовала такая норма, что после 6 месяцев плавания нужно по возможности менять вообще все паруса и весь такелаж. Но не всегда это удавалось, но если это не удавалось, то начинали латать, он начинал рваться на каждом шагу, и это становилось сплошное горе, а не работа с парусами. И на судах полагалось военных иметь 100% запас парусов и веревок. Ну, купцы, конечно, экономили, у них 100% запаса не было. Спасибо. Тут вот Георгий Соколов задал вопрос. А негра слугу тоже не взяли бы на корабль? Ну, видите, слугу бы взяли, но проблема была в том, что пираты были людьми достаточно простыми, и мало кто из пиратских капитанов имел личного слугу. Но если, конечно, если как бы пиратский капитан был авторитетный и богатый, он мог иметь слугу негра. Но за человека этого слугу бы никто из пиратов не считал. Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Кисти Перо. Кистиперо. Так, а что про женщин-пиратов? Все ждала этого вопроса, но его не задали. Ну, это прекрасный вопрос. Давайте он будет заключительным вопросом этого стрима. Женщины-пираты, конечно, были. Вообще, это интересная история. Начнем с того, что общество европейское того времени было жестко патриархальным. И предполагалось, что место женщины на кухне с детьми и в церкви. Ну, это вот 3К немецкое. Кирхе, киндер, кюхе. Но при этом женщины постоянно взрывали стереотипы. То есть отдельные женщины становились правительницами, отдельные женщины влияли на государственные дела. Были жены генералов, которые вместо них командовали армиями. Но это были отдельные случаи. Были и отдельные женщины, пиратские капитаны. Ну, вот если брать пиратов классических, то в начале 18 века было несколько случаев, когда подруги пиратов как-то помогали своим избранникам на корабле, а потом в случае гибели принимали команду. Такое могло, в принципе, быть. Но это было, это как старостиха Василиса, знаете, вот в эпоху войны 1812 года. Была же у нас женщина, командир партизанского отряда, но это было исключение. И была у нас, в конце концов, императрица Екатерина II. Но в целом отношение к женщинам, ну, как бы сказать, как к явлению на корабле было отрицательным. Хотя и на военных даже кораблях женщины в 18 веке встречались не так редко. И зачастую несколько женщин там присутствовало. Дело в том, что когда корабль в мирное время разоружали, ну, то есть с него снимали рангут, такелаж, паруса, затягивали тентом, ставили на якорь в какой-нибудь гавани, на нем оставалось, ну, десяток матросов для охраны. И обязательно оставался боцман, который отвечал за порядок. А боцман и эти матросы вполне могли жить на корабле с семьями. Причем держать, скажем, свиней на этом корабле, там, ну, все что угодно. И когда корабль получал приказ вооружиться и выйти в плавание, то эта семья боцмана зачастую оставалась на корабле там, и так далее. И эти люди продолжали на корабле жить.
Но для этого женщина должна была быть женой какого-то, ну, более-менее авторитетного моряка. Скажем, иметь на корабле своих жен офицерам категорически запрещалось, и это преследовалось, потому что сразу же это могло привести к всевозможной коррупции. Ну и на кораблях могли быть и женщины легкого поведения. Скажем, когда поднимали корабль «Ваза» в Стокгольме, нашли около 170 скелетов моряков на корабле и около него, погибших во время катастрофы. Среди них нашли 3 или 4, я сейчас не помню точно, женских скелета. Причем две женщины были около 40 лет, и это, видимо, были почтенные жены боцмана, ну и какого-то еще старшего унтер-офицера. А две барышни были юного возраста, 16-18 лет, причем одетые в мужской костюм. Скорее всего, это как раз были вот девушки легкого поведения, но, с другой стороны, надо понимать, что уже в 18 веке от таких дам на корабле старались избавиться, потому что, естественно, их не могло быть много, услуги их были бы востребованы, это могло вызвать нездоровый ажиотаж, поножовщину и все что угодно, не говоря уже о болезнях специфических, от которых толком лечиться не умели, и которые были бичом моряков, потому что стоило моряков отпустить на берег в каком-нибудь порту, как тут же из экипажа корабля несколько человек подхватывали сифилис, гонорею или что-нибудь в этом роде. А дальше начиналась передача этой болезни там, контактным образом. И, в общем, женщин на кораблях, я бы сказал так, не жаловали, но они все равно там были. А иногда даже и становились пиратскими атаманшами. Но это были редкие исключения, еще раз подчеркну. И в том же сериале «Черные паруса» женщины играют гораздо большую роль, чем они играли в действительности, просто потому что мы живем в другом мире, где женщины могут быть кем угодно, и женщины играют большую роль, и ну, киношники не могут не... как бы сказать, идти на поводу у аудитории. Спасибо. Спасибо, спасибо, Кирилл Борисович. Я хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, еще раз призвать всех зрителей, если вы еще не поставили лайк этому стриму, обязательно поставьте, чтобы как можно больше людей могло посмотреть его запись. Если вы еще не подписаны на канал «Лаборатория научных видео», обязательно подпишитесь. Мы видим по статистике, что часть зрителей смотрят наши стримы, но на канал почему-то не подписаны. А ведь если вы подпишетесь, то будете узнавать о том, какие следующие стримы у нас выйдут, и не пропустите их. Если же вы хотите действительно поддержать наш проект всерьез, станьте подписчиком Патреона «Лаборатория научных видео». Ссылка на Patreon появится в чате, она есть в описании к видео. Если вы не знаете, что такое Patreon, перейдите по этой ссылке. И это такая очень для нас важная система, благодаря которой, собственно, и существуют вот эти стримы. Я надеюсь, что Александр сейчас скажет пару слов о наших эфирах на этой неделе. Да, я скажу про наш эфир, только я сначала хочу сказать, что у нас еще осталось много-много вопросов. Поэтому я предложил бы Кириллу Борисовичу продолжить в следующий раз. Давайте мы назначим новую встречу. Конечно, я готов. Да. Где-нибудь через месяц можно было бы встретиться, договоримся и встретимся. Ну, давай. Сейчас позвольте тогда попрощаться и поблагодарить слушателей за внимание. Да, спасибо большое. Надеюсь, встретимся, может быть, через месяц в новом эфире. А я напомню нашим дорогим зрителям, что уже завтра у нас на канале выйдет очередной доклад с форума «Ученые против мифов 15» под названием «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках», где историк-реконструктор Вадим Сеничев не только рассказывает, но и показывает, его коллеги показывают различные приемы боя на мечах, в частности. И это было очень круто. Советую посмотреть. А в пятницу, внимание, не в субботу, а в пятницу, 1 октября, у нас будет эфир из Великого Новгорода, где мы в сопровождении археолога нашего уже старого друга Павла Колосницына будем ходить по Кремлю.
Это будет интересно. Вот, а кроме того, уже определились даты форума «Ученые против мифов 16», и это 13 и 14 ноября. Вы можете уже Георгию Соколову писать письма, заявки отправлять. А скоро будет уже готова программа этого мероприятия. Спасибо, друзья. Да. И напоминаю еще про наш чатик в Телеграме, где, так сказать, мы вас всех ждем всегда мило Ссылка на пообщаться. этот чатик сейчас появится в чате нашего стрима. Если вам понравилось общаться во время нашего прямого эфира, вы можете продолжить это долго и надолго и навсегда остаться в нашем дружелюбном чате, общаться там со зрителями наших эфиров. А если вы действительно хотите первыми получить билеты на форум «Ученые против мифов», то напишите мне или напишите Марише по контактам, которые сейчас появятся в чате, в том же самом. Спасибо, друзья. Да, спасибо, Кирилл Борисович. Спасибо. Спасибо, Александр, за ведение сегодняшнего эфира. Всем пока.